«Мир глазами победителя. Правильная работа с убеждениями». Этой теме было посвящено второе клубное занятие Института инновационных психотехнологий Сергея Викторовича Ковалева в Киеве. Встреча состоялась 1 февраля 2014 года. Ведущий – психолог-психотерапевт Антон Ковалевский. Уникальный метод интегрального нейропрограммирования пришли освоить уже вдвое больше украинских участников, чем мы видели на первой встрече. Приветствуем вас на нашем прекрасном мероприятии. Многих мы уже видели, кто-то у нас новенький. Я хочу вам презентовать в Украине новое направление интегральное нейропрограммирование. Аудитория была очень удивлена тому, что это направление уже наконец-то появилось в Украине, в Киеве. И очень многие ждали, поэтому это было такое вау, это есть уже в Киеве, тоже мы тогда приедем к вам. Прекрасное сотрудничество с Институтом инновационных психотехнологий Сергея Викторовича Ковалева и специалист, ведущий Антон Ковалевский у нас на мероприятии. Сегодня мы говорим об убеждениях во всей их красе, во всем их многообразии. Очень интересный феномен. Наши ожидания воплощаются. То, чего мы ждем, то и происходит. Восприятие формирует объективную реальность. У вас в раздатках есть определение убеждения. Это система обобщений человека о себе, других и мире, на основе которых строятся ожидания и формируется целостное восприятие человеком его реальности. То есть ожидание – это то, что исходит от наших убеждений, от неких обобщений, от неких правил, по которым мы живем. Правил из серии «получать деньги сложно». Мужчины обманывают. Это и есть те самые убеждения, которые проецируют и транслируют определенные ожидания вовне, и которые складывают восприятие либо благополучного человека, либо неблагополучного, либо середняка. Таким образом, менять восприятие через формирование экологичных ожиданий можно, просто делая правильное убеждение благополучника, убеждение победителя. То есть, чтобы смотреть на мир глазами победителя, нужно сделать убеждение победителя. И тогда все будет работать само. Это хорошая новость, что нам не надо будет ничего особо делать, просто мы будем сами все это притягивать, проецировать и воплощать в своей жизни. Допустим, у человека есть убеждение, что деньги – зло. Соответствующим образом, опираясь на это убеждение, будут формироваться его ценности, то есть что для него значимо в этом мире. Ценность богатства, материального благосостояния будет либо очень низкая, занимать очень низкую ступеньку в иерархии ценностей, либо будет отсутствовать вообще. То есть мотивация будет соответствующая. Намерения, чего я хочу, будут формироваться точно таким же образом. На избегание богатства, на избегание материальных благ, потому что деньги – это зло. Нельзя пускать их в свою жизнь. Будут организовываться способности соответствующим образом на избегание денег, поведение на упускание возможностей и соответствующее окружение. Люди, у которых есть деньги и которые смогут принести в жизнь человека деньги, будут просто развлекаться. Если кто-то изобретет в окружение этого человека, в его круг общения, то он сам его вытолкнет бессознательно. В интернете узнал без какой-либо цели, смотрел просто на ютубе видяшки там, как лучше жить и так далее, потому что как-то скучно и пресно было в последнее время. И узнал, вот записался, отправил почту, и вот я тут. Очень интересная атмосфера, профессиональный лектор, все подробно рассказывает, неважно, вот я первый раз как бы слушаю такие лекции, и мне все понятно. Было желание сходить на такого рода обучающий семинар, вот для того, чтобы... скажем так, те проблемы, которые существуют, ну, наверное, у каждого человека, да, внутренние, попробовать их решить. Смотрела семинары уважаемого профессора Ковалева и увидела ссылочку на киевский семинар, продалась, пришла. Интересна психология, психотерапия, и Сергея Викторовича Ковалева я просматривала давно тренинги,
И совершенно случайно узнала, что клуб есть в Киеве. Хочется, да, каждому, наверное, человеку хочется изменить, да, там, свое финансовое состояние, хочется изменить свое физическое состояние, да, там, здоровье, внешний вид кому-то, вот. Ну и поэтому время идет, ты понимаешь, что если ты ничего не будешь делать, то само по себе ничего в тебе не поменяется. А те проблемы, которые есть, да, они только усугубляются. Мне очень нравится вообще методика Ковалева. Планирую, работая над собой. Когда это станет моей практикой, я буду применять в работе с людьми, помогая людям. Предположим, человек взял, да, и поменял это убеждение на другое позитивное, что деньги – это не зло, деньги – это то, что расширяет мои возможности. Соответствующим образом изменятся ценности, для него материальное благо сразу вырастет и будет направлять его и формировать соответствующую мотивацию. Изменится намерение, он будет ставить цели на достижение богатства, материального благосостояния и всего остального. У него активизируются способности, они у него всегда были, просто он их либо включал, либо направлял в другую сторону, в противоположность. А поведение будет направлено на нахождение возможностей, их реализацию, и окружение соответствующим образом выстроится само. Он сам притянет таких людей, которые будут тоже богаты, благосостоятельны, с такими же убеждениями. И с другой стороны, людей, которые будут приносить ему в жизнь эти деньги. Сделав правильное восприятие, мы становимся благополучными, счастливыми и успешными сами собой. Притягиваем правильных людей, делаем все как-то правильно, оказываемся в нужном месте в нужное время, правильно идем, правильно выбираем путь, чисто интуитивно подключается интуиция. По правильной ценности у нас мы притягиваем в нашу жизнь то, что стоит притягивать, а не то, что не стоит притягивать. Когда мы понимаем, что все это сходится в убеждениях, снова попрошу, у вас есть в раздатках модель «Звезда благополучия». Оцените свое благополучие по каждому лучу и определите ту область работы, на которой вы сегодня будете осваивать убеждения. Понятно, в каком из этих аспектов проблема, мы можем, под каждой из них есть специальные психотехнологии, которые позволяют работать. Познакомив аудиторию с теорией, Антон Ковалевский провел демонстрации психотехнологий. На конкретных примерах участники увидели, как работать с дежурными жалобами и мыслительными вирусами, создавать экологичную систему самоопределений и верований, выявлять и прорабатывать ограничивающие решения. У кого есть какая-то дежурная жалоба, которую кто-то повторяет день ото дня в какой-то сфере? Вот какая? По работе, я так устал. Я так устал. Прошу. Я начинаю фразу, а вы заканчиваете свои дежурные жалобы. Я так устал. Заголовок в газете. Я так устал. Вы проснулись через 100 лет и сказали. Я так устал. Лучший способ испортить себе жизнь, думать что? Я так устал. Вот. Начало речи президента. Я так устал. Надпись в женском туалете. Я так устал. Спасибо, очень яркое. Да. Просто мы это уже повторять уже не будем на уровне бессознательного. У нас на уровне поведения эта модель, этот паттерн, этот способ реагирования на трудности самое исчерпался, когда мы его вот так вот свели к абсурду. Разделитесь на пары. Сначала один читает, другой отвечает своей дежурной жалобой, потом меняетесь.
Очень много материала, и как бы голова пухнет от такого изобилия, но интересно очень. Потому что техники достаточно просты, легки и действенные, и ну, такое детское волшебство, я бы сказала, но это работает. Вначале было очень сложно вот представлять именно все образы, представлять какие-то символы, а вот сейчас уже вот после обеда все легче и легче, то есть в любом случае помогает, да. Конкретная глобальная цель – быть более экологичной для себя, для своих близких. Более счастливой, более здоровой, более благополучной. О, правильное слово. Есть над чем задуматься, даже вышел на перерыв, в голове все так гудит, много мыслей, много идей. Отлично, все прекрасно, все замечательно, все работает, все движемся вперед, очень много нового узнаем, интересного. Хочу стать благополучным человеком, хочу жить, а не существовать. Вот. Хочу стать психотерапевтом у себя в городе, хочу как поднимать людям, распространять это среди людей, чтобы не только я мог пользоваться такими знаниями, вот такой базой, а все, кто захочет. Наверное, существовать в гармоничном мире, быть гармоничным с миром и создать вокруг себя мир гармоничных людей. Во-первых, я хочу изменить себя, потому что есть много аспектов, которые меня в моей жизни не устраивают. А второе, психология, психотерапия – это то направление, в котором я хотел бы развиваться. Чтобы жить было веселее, интересней. Вот так вот. А какой-то конкретный там вот, вот как некоторые там встретить своего мужичка, женщины или еще что-то такого у меня нету. Ну, или там вот заработать 10 тысяч долларов в следующем месяце нет. Когда мы избавились от повседневного самопрограммирования, важно избавиться от всего не нашего, от всего лишнего, от мыслительных вирусов. Поинтересуйтесь, а для чего она передала это вам? После каждой индивидуальной демонстрации участники отрабатывали техники в парах, меняясь друг с другом. Затем велось групповое обсуждение, где каждый мог поделиться впечатлениями от работы и задать возникшие вопросы. Да, мне классно, мне понравилось. Здоровски. Молодец, Антон, ты, мне очень понравился. Антон такой, ну, мне показался очень таким чутким человеком и... Мне было очень комфортно. На самом деле мне было очень комфортно. Я чувствую себя такой бодрой сейчас, приподнятое настроение. Классно. Я вижу, что это достаточно интересно, но сложно. Сложно сразу. Я стараюсь, и, конечно, вот еще потом буду пробовать это повторить, да, в домашних условиях, в полной тишине. Вот, но вообще это интересно, это работает. Все больше отвечаешь на одни вопросы, появляется все больше новых. Это, конечно, ну, с одной стороны, сложнее становится, но с другой стороны, понимаешь, что долгий путь впереди и что есть куда стремиться. По-другому уже начинаешь мыслить, образы в голове выстраивать, здесь есть двиги. Необходимое все-таки узнали и получили новые инструменты для работы с собой, со своим будущим. Внутренние ощущения изменились в лучшую сторону. И это, наверное, главное. Ну вот здесь у меня сегодня как бы какие-то цели, благодаря тому, что там прорабатываем убеждения, я понимаю, что вот у меня начинают возникать какие-то цели, к чему стремиться. Чего не хватает? Может, уважает еще добавить? Может быть, как-то иначе сформулировать, что хочешь сделать? Узнать, так, какая я есть. Спасибо.
поводу демонстрации, ты сказал такую фразу, да, в течение занятия, что все демонстрации были яркими и все были сделаны до конца. А мог быть другой, как бы, вариант развития событий? Да, здесь два фактора. Фактор первый. Человек, выходящий на демонстрацию, не готов меняться. Вообще, по определению, если у человека проблема, он не готов меняться. Но если он выходит на демонстрацию или приходит к психотерапевту, у него есть выбор. Отказаться от адаптации к проблеме и сделать шаг навстречу изменениям, либо же саботировать процесс работы. И всегда есть риск, что человек будет саботировать, что он не хочет меняться и делать этого не будет. Тем более в режиме демонстрации, когда все смотрят, когда это достаточно сложно. И к чести киевской сегодняшней аудитории и тем, кто осмеливался выходить на эти серьезные демонстрации, был внутренний процесс сопротивления, связанный с неготовностью, это было видно. Но каждый через это прошел и отработал все то, что ему мешало. И в результате демонстрации получились нестандартными, не такие, как в раздатке, много всяких отходов, хотя основа сохранена. То есть функцию демонстрации они выполнили. И при этом очень яркие были показаны моменты, которые можно описать на пальцах, но это было бы непонятно. А тут и одно, и другое, и вторичные выгоды полезли. И это все так видно, здорово, наглядно и очень круто. На одном я просто я. На втором я обновленная. Меняя эти верования, ты придешь, я обновленный. Это София, которая умная, прекрасная и счастливая. Во время техники у многих возникает такой вопрос: а может ли такое быть? А придумал ли я это, или это действительно мне бессознательное подсказало? Вот что в этом случае делать? Мы видели сегодня на примере модели психики Роберто Саджоли, что все процессы происходят бессознательно. И когда человек что-то придумывает, он все равно берет это из бессознательного. Поэтому не стоит волноваться, даже если человек что-то придумал, можно с этим работать. Все равно так или иначе это приведет его к тому, с чем он работает на самом деле. Ой, прекрасно. Я прошла технику верования. То есть это одна из частей, когда ты меняешь свои убеждения. Вот. И после того, как я сделала, как будто бы эти верования у меня там всю жизнь просто и были. И даже если там те люди, которые думают, как это вообще может быть, это обязательно стоит сделать, поскольку энергии, все, что у тебя происходит, это приходит к тебе и работает, и все действует. Довольно-таки сегодня интересная работа прошла. Буду дома прорабатывать. Вот, и обязательно приду на следующий клуб. Сегодня очень понравился мне. Я разрабатывал, как говорится, одну из своих стратегических целей относительно своей личности. Ну, что скажу, оно уже пошло, потому что я вижу, даже загадываю, что будет наперед. Идет то, что я хочу. Какие-то новые стороны открывались, от которых раньше, честно говоря, даже представить было невозможно. Грандиозно, конечно, впечатление. Мощные. Многие техники, которые делают изменения, я уже почувствовал их. Правда, там с последними техниками были немножко, не то что проблемы, они просто не пошли, потому что уже много устал. Вот. А так очень понравилось, и надеюсь, на следующей встрече обязательно приеду.
после проработанного видно было вот будущее, да, я в будущем. Вот это здорово, то, что я увидела, как такая вот перспектива, цель. Там одной техники хватит на месяц, чтобы проработать по всем сферам своей жизни, и то, наверное, будет мало месяца, есть над чем работать. Мы немножечко расширили свою компанию, в общем, тут же сразу, вот сегодня с нами еще одна подружка приехала, и как-то притягиваются люди, которым тоже это интересно, и мы со всеми делимся, и я думаю, что скоро мы будем делегациями в Киев приезжать, или уже вы к нам. Настолько чувствовалась энергия работы всей аудитории, это нужно просто прийти сюда и пережить это, да, как происходят изменения в реальном времени у людей. Не только тот, кто делает технику, да, а те, кто сидят вокруг, они меняются. Я даже сейчас вот говорю об этом, да, я чувствую вот энергию такую, что это действительно работает психотерапия, это волшебство, это наука, скажем так, через которую можно многое решить в своей жизни. Спасибо, демонстрации были яркие с одной стороны, и с другой они все завершались четко, целостно, правильно. Все вопросы, связанные с техниками этой темы, предыдущих тем и последующих тем, можно самое оптимальное задавать в группе ВКонтакте «Клуб благополучия». Ссылка приведена в раздатке. И кто хочет на общую фотографию, остаемся и фотографируемся. Но то, что многим было сложно, это вполне естественно и закономерно. Конечно, естественно и закономерно. И я считаю, что, как говорил еще Лев Семенович Угодский, образование должно опережать развитие. То есть давать нужно чуть-чуть больший уровень, чем есть у человека сейчас. Когда он придет домой, когда у него все это уляжется, когда он это проработает, он увидит, что ему предстоит еще чуть-чуть доузнать что-то, дочитать, доделать для того, чтобы освоить этот материал. И так он вырастет, так он займет новую высоту в своем развитии, в своем освоении этой информации, этих психотехнологий и заинтересуется, чтобы двигаться дальше. Но это по моему опыту. А вот можешь этим людям дать какое-то пожелание на пустое? Сейчас все придут домой, все это уляжется, конечно же, начнут работать, готовиться к следующей встрече. Вот твой самый главный совет и пожелание? Самый главный совет – это получать от этого кайф. Потому что меняться очень круто, очень приятно, и особенно приятно опознать плоды этих изменений. И когда человек научится распознавать в этом удовольствие и то, что это все происходит за счет его внутренних ресурсов. Это все делает он сам, видеть, как это происходит, вот это самое яркое и интересное, что может быть. И я желаю всем действительно преобразовать системы убеждений, воспринимать мир ярким, красивым, красочным, приятным и смотреть на мир глазами победителя.